Ты чудесно играла. Такой замечательный спектакль. Хоть бы предупредил, что придешь. Я боялся, ты скажешь, не приходи. Ты по-другому выглядишь. Я почистил ботинки, погладил брюки, сделал уроки. Теперь я такой. Не хочешь поесть чао мейн? Питер, я выхожу замуж. Я твою свадьбу представлял на вершине холма. А кто жених? Ты еще не решила. Думаешь, из-за того, что ты пришел на спектакль, я не должна выходить замуж? Ты говорила, что любишь меня. Я упустил момент, мне казалось, я должен кое-что сделать, но уже не кажется. Уже поздно. Ты подумаешь? О чем именно? О том, чтобы начать все сначала. О чем ты говоришь? Не было начала, нам нечего начинать сначала, Питер. Я думаю, все не так просто. Ну, разумеется, ты же вечно все усложняешь. Ты не понимаешь. Я уже больше не пустое место. Я изменился. Меня ранишь, кровь потечет. Я должна ехать. Моя свадьба состоится в церкви. Ты изменился. Док Спрут все еще на свободе. Дорогая, свадьба, ладно, но не банкротство. Икра? Мы пригласили царя? Закажи крекеры с сыром и эти сосиски, малютки. Босс, пришел мусорщик. У него есть кое-что интересное. Если вы принесли голову инопланетянина, то на этой неделе их уже было две. Черт, где вы это взяли? На помойке. На помойке? Видно, он сдался. Он проиграл. Покончил с этим жалким маскарадом. Ха-ха-ха-ха! Я, наконец, его доконал! Триумф всесильной прессы! Да-да-да-да, слушайте, думаю, мне за это кое-что причитается. Дам вам 50 баксов. Я могу получить больше на eBay. Ладно, 100. Мисс Брандт, выдайте ему деньги и кусок мыла вдобавок. Ваша жена еще на линии. Цветы? Сколько? Потрать еще больше, и будешь у меня на могиле ромашки собирать. Купи искусственные. Мне надо бежать. Сенсация. Человек, но паук, он куда-то делся вдруг. Куда же ты делся? Ну давай! Гони бабки! Давай! Помогите! Давай! Несправедливо, что он так погиб. Он был мирным человеком. А все я виновата.